Здравствуйте, дорогие мои друзья! Меня зовут Светлана Веда, и я являюсь одним из авторов московского издательства «Велигор». Гадать мы будем с вами сегодня на моей авторской колоде «Таро темных откровений». Если вы хотите приобрести эту чудесную колоду, обращайтесь в издательство «Велигор». Итак, дорогие мои друзья, у нас с вами сегодня будет расклад на тему «Послание высших сил». Три варианта. Вы можете выбрать один вариант для себя, второй для кого-то и третий, естественно, еще для каких-то своих близких, родных, знакомых. Можете только для себя один вариант. Итак, послание высших сил. Что вам нужно знать именно сейчас? Первый вариант. И здесь у нас девятка чаш. Высшие силы говорят, не думайте ни о чем, не заморачивайтесь ни по каким проблемам. Высшие ангелы все решат за вас. Вы просто расслабьтесь и помедитируйте. Сделайте то, что вы хотите сейчас в данный момент. Подумайте о себе любимом. Сделайте приятное для себя. Может, вы хотите выпить чашечку кофе, может быть, подышать свежим воздухом или просто поваляться на диванчике. За вас все решат высшие силы. Это первый вариант. Давайте посмотрим второй вариант. Подсказка высших сил. И карта четверка жезлов. Прекрасная карта говорит о том, что пора бы заняться вашим жильем. Может быть, это покупка или продажа удачного жилья. Может быть, это нужно сделать ремонт в вашей квартире или прибраться в квартире. Может быть, скоро к вам приедут гости в ваш дом и дом пополнится. Это может быть также создание семьи. Может, вам сделают предложение руки и сердца. Или вы поедете к кому-то жить. Вы видите, наверху изображены аисты. Это может быть переезд или перелет, может быть путешествие. Итак, третий вариант, кто загадал, у нас с вами, вы посмотрите, шестой старший аркан, и у меня в моей авторской колоде два шестых аркана. Здесь у нас решение, когда человек принимает решение. Есть у меня еще в колоде другой шестой старший аркан, где уже человек принял решение. Так вот, в ближайшее время у вас предстоит сложный выбор. Вы должны будете выбрать верный путь. Ну, например, вам предложат две работы, вы будете выбирать, на какую пойти. Или в любовной сфере у вас будет два партнера, вы будете выбирать, с кем вам остаться. То есть вам что-то нужно будет выбирать, вы будете стоять перед выбором. Но это старшие арканы, карта положительная, значит, высшие силы говорят о том, что вы сделаете правильный выбор. Ну что ж, дорогие мои друзья, я надеюсь, вам понравился этот расклад. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть еще здесь и сейчас. Я с удовольствием для вас этот расклад сделаю. Всех люблю и желаю мира, добра и счастья. Главное, верьте в мечту. Мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. Всем пока-пока!